Добрый вечер снова, дорогие друзья. Ну вот, наступила осень. В прошлый раз я приехал в апреле, сейчас сентябрь, конец сентября. Вот, я уже работаю на заводе Samsung. Занялся вот нумизматикой. Ну, кстати, хорошая вещь. Работаю с вот таким каталогом. Ну, здесь много чего есть, соответственно. Ну, тут золотые, это ходячка идет. Уже это старый Советский Союз. И уже серебро царской России. Точнее, после уже. Что сейчас я продаю? Так. Ну, вот, скажем, можно вот это продать. Продаю. Это у нас копейки. Копейки всех годов и дворов. Потом 5 копеек, соответственно. 10, соответственно, идет. Потом 50. Вот они, 50. Ну, и сыт до конца, соответственно. Почти все мешкового сохрана. Дальше тоже, думаю, долларов за 150. Да? Дальше рубли. Просто продолжение, но второй альбом. Рубли, соответственно, рубли. Все хорошие сохранности. Начиная с 97 года по 2014. Есть даже вот такая вот современка. Да. Дальше 2 рубля идут. Здесь даже есть 99 года ММД, они у нас считаются уже нечастые. Потом идут 2 рубля, соответственно, полководцы, 5 рублей, полководцы тоже, да, 10 рублей идут у нас биметаллические, и, соответственно, даже 25, тоже где-то доллару за 150 идет, 100%. Пятерочки у нас, 5, по 5 копеек, соответственно, до какого года? До 91-го. Вот такая есть, сейчас я эту сниму, подсветку, если что-то видно. Это у нас хорошая вещь, 5 копеек. Вот у нас копеечки. Тоже они в розницу все уходят. Кстати, вот это очень дорогая. 5 копеек 2002 года. Без монетного двора. И стоит она $300 США. Потому что она редкая. Я ее нашел в банковском мешке. Это было тяжело, но это возможно было сделать. В принципе, все. Работу дальше еще, много работы. Где буду жить дальше, не знаю. Что буду делать, не знаю, но планы есть. Так что до новых встреч.